Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать всех на своем канале. И вот мы стоим, и у нас на переднем плане привозная церковь. Сейчас мы будем продвигаться в сторону декабристов. Церковь мы сегодня снимать не будем. Я думаю, мы сделаем об этом отдельное видео. Но скажу, что это одна из самых старинных церквей города Херсона. Но мы идем по другому вопросу. Здесь один мужчина, бывший, ну как, херсонец, который сейчас живет за границей, за рубежом, попросил снять улицу декабристов. И поэтому мы продвигаемся по улице декабристов. Вот она находится. Вот наша легендарная большевичка тире Красень. А сейчас это практически пустующее помещение. Вот тут у нас находятся банки. Был банк, я не помню, как он называется. Вот еще раз вам покажу церковь. Очень красивая, старинная. Есть старые фотографии, я вам поставлю. Посмотрите, как она выглядела раньше. И потихонечку будем продвигаться в сторону декабристов. Вернее, мы уже идем по декабристам. Я, конечно, все время говорю, что наш город очень красивый, очень хороший. Тут мне было критическое замечание, что я не видела Одессы. Так вот, я вам хочу сказать, что я хочу, чтобы мой город был лучше, чем сейчас. И вот этих мусорников я не видела. Ну и другие же жители не видели. Ну, пошли мы дальше. И вот мы зашли в один дворик. Это старый дворик. Я не знаю, тут нет опознавательных знаков, но тем не менее, вы видите, вот старый фонд разрушается, строится что-то новое. Может, даже здесь был 53-й дом. Видите, вот, как вот. Да, тут строительство по полному идет. Да. Вот старый дом. Видите, старая кладка. И вот тут что-то стояло. Вот старые сараюшки стоят. И вот вход в этот двор. Вот так это выглядит. Ищем, ребята, дом декабристов 53. А вот это церковная ограда. Ограда церкви. Вот она так продолжается. А мы продвигаемся дальше. Красиво там. Thank you.
А вот это, ребята, Советская улица. Вот она туда продолжается. Вот так вот. Такой какой-то ресторан, чешу.
хочется вернуться, ах, как хочется ворваться в городок. На нашу улицу в три дома, где все просто и знакомо на денек, где без спроса ходят в гости, где нет зависти и злости, милый дом. Где рождение справляют и навеки провожают всем двором. Время-время кружат снег, и разъехались соседи кто куда. И когда дома сносили, мы с тобой, мой друг, шутили, не беда. Раз в году письмо скупое, поздравление с Рождеством и долгих лет. Ровно 8 тихих строчек и другой какой-то почерк. Нашу улицу в три дома, где все просто и знакомо на денек, где без спроса ходят в гости, где нет зависти и злости, милый дом, где рождение справляют и навеки провожают всем двором. Зависти и злости, милый дом, где рождение справляет и навеки провожает всем нам.